Всем привет! В этом видео я покажу вам три классных самоделки. Так что не переключайтесь, устраивайтесь поудобней. Поехали! Для наглядности обработал две стороны бруска, чтобы можно было видеть с двух сторон, где отшлифовалось, а с двух сторон не отшлифованное. Разница, естественно, налицо. Вот такой, друзья, получился простой шлифовальный станок. Я назову его шарманка. Похож на шарманку, не правда ли? Максимально доску можно пропускать. Сейчас замерим, какую. Все до упора. 80-ю. Ну а если по высоте брать, 160-ю. Где-то вот так вот. В принципе, довольно нормальный вариант для быстрой шлифовки брусков, досок. Успевай подавать, и он будет сам их протягивать, а с той стороны, естественно, их нужно уже принимать будет. Thank you.
Как вы сами видели, приспособление позволяет делать идеально ровный распил и разметку трубы по окружности. Это удалось осуществить благодаря резьбовому упору и подшипнику во время распила. Труба надежно зафиксирована без возможности уйти в сторону. На мой взгляд, вещь реально рабочая. Берите на заметку. Вот такая шикарная маятниковая пила у меня получилась. На мой взгляд, идея реально достойная. Каждый без проблем может ее доработать под свои нужды и свои размеры.
В моем варианте осталось покрасить и сделать тиски. Ну а на сегодня у меня все. Надеюсь, был вам полезен. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.